Всем привет! Сегодня мы в Карачаево-Черкесской республике, город Черкесск, центр города, городской сквер. Направляемся в сторону главпочты. Хотим погасить конверты, посвященные столетию ихнему центральному почтамту. Ну, еще кое-что для отправки друзьям. Вот такие замечательные сделали обозначения гороскопов. Честно сказать, первый раз мы здесь. Буду уже рассказывать все по ходу, то, что вижу. Вот такая у них стена памяти героев. Изначально я посмотрел, как выглядит здание главпочты. Честно сказать, оно меня очень впечатлило. И я думаю, вам тоже оно понравится. Очень ухоженное. Сохранилось в изначальном виде, как оно было построено 100 лет назад. Вот. Вы уже его практически можете наблюдать по правую сторону. С колоннами здания. И вот здание филармонии. Сейчас оно реконструируется, я так понимаю, потому что, судя по ее стенам, вот смотрите, какое прекрасное здание главпочты. И вот такая колоннада центрального сквера города Черкесска. В общем, оформил конверты себе и друзьям. Вот такого плана будут конверты. Единственное, мне штемпеля не дали, потому что сказали, что будут сами гасить. Но я попытаюсь им объяснить, куда нужно поставить штемпели. Но у меня есть один. Вот такой штемпель будет на конвертах, посвященных столетию почте. Ну и в принципе, вот как тут изображен Карданов, такой же будет штемпель и на вот этих марочках. Надеюсь, что все будет хорошо. Ну, пойду оформляться и отправлять. И вот такую еще открытку тоже отправлю друзьям. Эту колоннаду вы только что видели, я вам показал. Ну вот, отправил я корреспонденцию. Сейчас пойдем прогуляемся немножко по скверу, посмотрим, что интересного есть. Если кому интересно, то не переключайтесь. Ну вот, дорогие друзья, отправил я своим друзьям и себе любимому филателистическую продукцию. Сейчас пойдем прогуляемся по скверу и отправимся дальше в путь-дорогу. Кому понравилось, можете оценить данное видео, прокомментировать, если что не так. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!